кажется, принц Гарри может лишиться титула самого завидного холостяка королевской крови. Теперь девичьи сердца ёкают от одного только вида другого мужчины, наследного принца Иордании Хусейна. Посмотреть на восточного красавца, правда, можно в основном только в Инстаграме. Там у него уже почти 800 тысяч подписчиков. Фанаты заваливают 22-летнего принца комплиментами. И с собой-то он хороший, улыбка-то у него прекрасная. Еще больше всех впечатляет активный образ жизни королевской особы. Хусейн любит погонять на мотоцикле и по скалам не прочь полазать. Кроме того, принц – первый лейтенант вооруженных сил Иордании. И ему покоряется, кажется, любое оружие. Хусейн – старший сын короля Абдуллы II и королевы Рании. Он выпускник частного университета в Вашингтоне, где изучал историю. С британским принцем у Хусейна, кстати, что-то общее все-таки есть. Например, оба они военные. Только вот рыжеволосый сердцеед Гарри теперь в основном занимается социальной деятельностью. Оба, кстати, холостые. Девчонки, берите на заметку. Гарри, кстати, не раз жаловался, что постоянное внимание прессы мешает ему отыскать себе девушку. Хусейн тоже держит свою личную жизнь в тайне. Well, for me, what was strange was I never really had a...